Трагически погиб известный ведущий и продюсер детских и игровых программ общественного российского телевидения Сергей Супонев. Это произошло вчера в результате несчастного случая. Зрители Первого канала помнят Сергея 25 января 1988 года, когда в эфире центрального телевидения впервые появилась программа «Марафон 15». Сергей Супонев был ее ведущим и одним из создателей. Молодой, обаятельный, просто излучавший доброту с экрана, Сергей быстро стал одним из самых популярных и самых любимых телеведущих. К сожалению, в моем детстве не было мультфильма «Диснея», как и сотни других вещей, которые есть у нынешних детей. Может, поэтому я и занимаюсь детским телевидением, пытаюсь досмотреть те мультфильмы, которые не досмотрел в детстве, доиграть те игры, которые не доиграл. Детским телевещанием Сергей занимался с 1986 года. Сначала как автор сюжетов для 16 и старше, потом как редактор этой программы. В «Звездном чате» Сергея Супонева стала одноименная программа. На роль ведущего его пригласил Влад Лисий. А в 99 году телевизионная академия «Песи» вручила Сергею приз за лучшую детскую программу на телевидении. Им стал его собственный проект «Зов джунглей». В жизни за телевизионным экраном Сергей был отцом двоих детей, 17-летнего Кирилла и годовалой дочки Полины. Вдруг жизнь стала меньше книг, к сожалению. У меня в детстве были сплошные книги. Я сам машину как-то говорил. Вот я читал в детстве книги, теперь ты имеешь возможность смотреть мультфильмы на видеомагнитофоне. Но будь готов к тому, что твои дети опять будут читать книги. Потому что если ты не читал книг, то ничего этой жизни не добьешься. Твои дети, что-то все повторится через поколение. Может, так оно и будет. После получения премии «Песи» Сергей серьезно занялся продюсерской деятельностью. Детское вещание УРТ наполнилось множеством новых передач. «Царь горы», «Что да как», «Возможно все», «Семь бед», «Один ответ», «Седьмое чувство» и «Десятку». Все эти проекты были запущены, что называется, с легкой руки Сергея Супонева. Свое последнее интервью Сергей дал коллегам с Первого канала в четверг 6 декабря. Он рассказал о новом детском проекте, который выйдет на экраны в марте будущего года. И было видно, что он по-настоящему счастлив, как человек, который занимается любимым делом. Это действительно телевидение 21 века. Ну и очень интересно. Сергей трагически погиб вчера вечером 8 декабря. Ему было 38 лет.